качестве вознаграждения девушка оставляла себе 10% от полученных денег. Я получила адрес, куда нужно приехать. Приехала туда и забрала пакет, который, соответственно, передала жертву. Что было в пакете? В пакете были вещи бытового характера и в полотенце завернутые деньги. Сколько? 100 тысяч рублей. Курские полицейские задержали подозреваемую в тот же день. В тот день она посетила семью пенсионеров, которые были уже психологически обработаны ее работодателями. Кураторы сообщили пожилым людям, что их родственница стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, для минимизации последствий которого якобы необходимо 100 тысяч рублей. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде. Следователи предполагают, что она может быть причастна к совершению аналогичных преступлений. Расследование продолжается.